привет. Начинаем свой блог второй день на Крым Блогфесте на пляже Инжир. Ну что, как ваше впечатление первое от палаточного отдыха? Как сказать, все-таки не совсем это мое. Огурец будешь? Угу. Кофе хочу. Надо кипяточек пробить. Как вы думаете, есть шанс на кипяточек? 1, 2, 3, 4, Ролтон, не знаю, 5. Та-дам! Горячая, горячая, куда ты берешь? А что ты мне даешь? Сразу до хлопа. Девчонки, а вам как отдых? Нормально все? Да. Нравится? Только в палатке неудобно. Подпишитесь, кстати. Кто-то. Подпишитесь кто-то. Вот детская забава. Тарзанка. Представляю вашему вниманию пляж ЖОПА. Вот можете отсюда наблюдать, почему он так называется. Тут нормально уже пляжная такая территория есть. Это чуть-чуть дальше еще, в сторону Ласпи. Живописнейший пляж. А ты что тут уже? Пообщалась, иду к своим. О, кстати, ребята, это вот наш местный блогер, который на каждом Крым Блогфесте участвует. Называется канал «Мой дом, Крым, мой дом, мой дом Крым». Мой дом Крым. Правильно, да. Поддержите местного производителя. Меня Ольга зовут. Многодетная мать Оля. Да, мать растеряша. Ссылку оставлю в описании. Вот он, этот камень. Легендарный уже, можно сказать, да, все его знают. А вот с этой стороны мы купались. Так, у нас сегодня пополнение. Кто узнал этих девчонок, пишите в комментариях. Ой, покажи вашу ветрозащиту. О, смотри. Вот так надо. Это не носок, да? Это уже не носок. Молодец.
Съем. Супер. Ну давай. Съем. Не подавишься, нет? Все? Все. Все. Отписывайтесь от этого канала. Да-да. Подписывайтесь на мой канал. Естественно. Все же будут в восторге. Подписывайтесь. Они, ставьте, они да, важны. Ставьте лайки, да. Они важны. Стандартные комментарии. Они важны. Психологи тоже работают. В прошлом году не разглядели талант. Сейчас уже точно. Остаточно прощаю, да? Алена? Ну, собака не знаю. Собака не видит. Когда вы видите человека, который испортил выступление блогера в Крым Блог Фест 2019, вот он всячески мешает. Посмотрите на него, напилось. Все видите сами, в принципе, без комментариев. Алена выкручивается, как может. На путешествие, то вы никогда не заработаете. Таганка, все ночи полны огня. Таганка, жаль, что ты ее не видишь. Путь наш труден и далек. Никогда не оставляйте еду на ночь. Смотрите, что с ней может происходить. Так, ну все, мы собираемся, наотдыхались, чуть-чуть Сегодня накупались. Отличное настроение, мы едем домой, да. Ура! Напоследок сейчас пойдем на пляж, покупаемся. Не, на самом деле место очень крутое, просто вообще бомба. Если бы мы были палаточники, я бы вообще еще неделю жила, так как мы не совсем палаточники. Ну сегодня я выспалась прекрасно. Ну и отлично. Потому что поздно легла. Ребята, мусор забирайте с собой. Ну тут, не, ну тут, тут можно. А Витя говорит это, палатки не складывайте, оставляйте. Мусор оставляйте. Ну, за это просто. Да, да. Главное в пакеты все собрать, и они приедут, уберут. За это я и заплачу. То есть это вот 100 рублей, по 100 рублей, да, с человека, и все эти услуги включены. И туалет безлимитный. А так в туалет раз сходить 40 рублей стоит здесь. Вот здесь такая сетка, туда сейчас мусор весь сложим. Ночью, вот знаешь, как вот эти вот можжевельники смотрят на фоне гор. И звезды очень хорошо видно, вообще так красиво. Не хочется уезжать, но надо. Нет, хочется, хочется. Юля хочет в кроватку мягкую. Нет, для разнообразия чего? Для разнообразия пойдет. Иногда можно. Раз в год я... Могу. Готово? Только на одни сутки, да? Да. Так, пляж Инжир, значит, пляжи кабельные, это куда подходил Ялик. И блуждающий следующий, где мы купались. Сейчас пойдем дальше, именно вот на пляж Жопу. Не выкидывайте салфетки, разлагаются, написано, 450 лет. Конечно, да, целый палаточный городок, да, Юль? У нас тоже было много сейчас на полянке, но тут совсем... Да, но у нас деревьев там много, да. Полянки небольшие, ровненькие.
А тут вот прям как одна на одной. Я представляю. Все, что вам нужно знать про инжир. Подходим уже на пляж. На следующий, на котором мы еще не купались. Да. Будем прыгать с камней. Ну посмотрим там, если есть. Если водичка будет нормально. Водичка, говорит, теплее, чем вчера. Да, потому что вчера очень холодно было. О, папа, там камни есть. Это не сап. Это надувная лодка. Приятного аппетита, матушка. О, смотрите, местный Рейден. Бля, с номером даже сзади прикол. Для тех, кто живет зимой и летом, где круглый год. А, вы живете, да, тут круглый год? Добрый леший. Что-то он уже со всех сторон разламывается, трещит, да. Да, девчонки на сапе. Сап вообще сейчас тема очень-очень популярная. Очень удобная. Необычно. Ух ты, тут такие склоны, смотри. Видно, оползни были, смотри, какие видны. А где Юля? А Юля там. Ладно. Так, поснимаем для вас реалити-шоу. Да, так? О, все раздеваться, бегом, бегом. В общем, ребят, вот пляж, который называется, ну, Опа, да, с буквы Ж. Вот из-за вот этого камня, в котором есть трещина характерная, поэтому название тоже такое же. Этот пляж дикий, здесь нету ни раздевалок, ни туалетов. Туалет вот в районе нашего лагеря, только наверху. Идти где-то метров 500, наверное, до нашего лагеря было. Сейчас мы здесь покупаемся, поедем домой назад, уже в Балаклаву, потому что именно здесь причаливает большее количество яликов, и легче уехать в Балаклаву обратно. Сегодня водичка прохладненькая, но купаться можно. Вчера была более прохладная, была низовочка. Вот с этого камушка все прыгают. Мы вообще по детству любили вот в таких камнях везде лазить. Именно интересно посмотреть, там крабов поискать, какие рыбки. Они в основном тут вот... О, вот, уже Яна нашла. Крабы, рыбки, медузы, если есть. Много-много водорослей. Водичка сегодня прозрачная. Яна вообще бесстрашная. Сейчас дынь головой. Thank you.
В общем, ребят, вот такая у нас получилась вылазка на природу, Блокфест, Крым Блокфест. В таком шикарном месте, недалеко от Балаклавы, кто не знает, это место называется Урочище Инжир, пляж Инжир. Немножечко рассказали вам об этих местах, показали пляжи, показали, что такое вообще сверху, как оно выглядит. Кому понравилось видео, ставьте лайки обязательно, будем рады подпискам новым, будем рады вашим комментариям. Пожалуйста, нам будет очень приятно узнать, что вы думаете по поводу этого места. Может, кто-то из вас здесь уже отдыхал, ваши эмоции, ваши... В общем, ждем от вас, так сказать, обратную связь. Всем пока из Крыма. От Крым глазами местных.